Благовещенский собор Харькова это один из трех храмовых комплексов, входящих в семерку чудес первой столицы Украины. Это один из самых старинных храмов города, который поражает своей величественностью архитектуры. Он является самым большим кафедральным собором в Восточной Европе. Давайте окунемся в историю. Еще во времена основания Харькова была заложена церковь Благовещение Пресвятой Богородицы. Это было в 1655 году. И был он обычным деревянным однопрестольным храмом с отдельной звоницей и простой плетеной оградой, Церковь имела традиционную для украинской архитектуры того периода трехкупольную форму. Она находилась в поселении, которое позже назовут Залопанью, исторический район Харькова. Он располагается между Полтавским шляхом Южеде и рекой Лопань. В эти далекие времена поселение имело несколько улиц с хатами-мазанками, находящимися в болотистой местности. Приход был небольшим, а во главе стоял один священник. Со временем количество прихожан увеличивалось, но когда был поднят вопрос о расширении прихода, храм полностью сгорел, Сразу же в 1738 году на пепелище был отстроен новый храм, являющийся полной копией предыдущего. Позже деревянный храм был перестроен в каменный собор. Новая церковь была заложена 10 июля 1789 года, а уже 8 сентября 1794 года ее осветили. Работы велись под руководством губернского зодчего Петра Ярославского. Общий стиль сооружения являлся ярким примером раннего классицизма. Население Харькова стремительно росло, поэтому возникла необходимость в расширении устаревших городских храмов, и в 1839 году храм был окончательно перестроен. В период с 1844 по 1846 года в храме произвели капитальный ремонт и установили новый иконостаз. В конце XIX века Харьков уже являлся крупным и развитым городом, соответственно, общий стиль городской застройки требовал изменения внешнего облика храма. Поэтому 19 августа 1858 года было принято решение перестроить Благовещенский собор и все это сделать в, рекорд, в рекордно короткие сроки. Было собрано 340 тысяч рублей пожертвований и был выбран новый зодчий Михаил Ловцов. Строительство нового храма продолжилось около 20 лет. Торжественное открытие для прихожан состоялось в 1901 году. Затраты на строительство и внутреннее убранство — составила 400 тысяч рублей. Новый храм получился с пятью куполами. Здесь наблюдается нововизантийский архитектурный стиль. Колокольня выполнена в псевдоготическом -готи стиле. Ее высота составляет 80 метров. Оригинальное оформление фасада с большим количеством мелких деталей и чередованием красного кирпича и полос светлой штукатурки. И в сравнении с другими церквами Харькова Благовещенский собор имел особое отличие в плане благоустройства, украшения, богатства, а также вместительности. Интересно, что с 1846 по 1863 года церковь даже именовалась Градским собором. Нельзя не упомянуть и то, что вместимость храма возросла до тысяч человек. и в июле 1914 года церкви был возвращен в статус градского собора. После 1923 года было предпринято несколько попыток закрытия собора. И в 1930 году на его территории и в помещениях существовали конюшня и несколько складов. Церкви здание собора было возвращено в годы Великой Отечественной войны оккупационные власти разрешили проведение в нем всех служб. Но и после освобождения Харькова в 1943 году больше попыток закрыть храм не предпринималось. В 1946 году собору присвоили звание «Кафедральный». В 1948 году по инициативе архиепископа Стефана в собор из Покровского монастыря были перенесены мощи святого Милентия, а также находившиеся в музее мощи святого Афанасия, патриарха Константинопольского. Именно это подчеркнуло общую значимость Благовещенского собора для Харьковской епархии. Нужно сказать, что внутреннее убранство храма также поражает своим богатством и красотой. Мотивы икон во многом пересекаются с тематикой храма Христа Спасителя и Киевского Владимирского собора. В ночное время храм и прилежащая территория подсвечиваются, благодаря чему сооружение выглядит еще более таинственно и монументально. Первая неприятность новой истории храма произошла в июле 1974 года, когда сильный ураганный ветер сорвал и обрушил чугунный крест колокольни. В 1996 году сильный ураганный, ураган вновь нанес ущерб Благовещенскому собору и снова пострадал именно крест. Однако в июле 1997 года произошел наиболее страшный инцидент, когда из-за нарушения правил безопасности во время проведения сварочных работ загорелась верхняя часть подкупольного помещения колокольни храма. Тогда пожар уничтожил недавно восстановленный крест вместе с верхней частью купола колокольни. В период с 2007 по 2008 год вокруг Благовещенского собора установили новую ограду, которая еще больше подчеркнула его грандиозность. Также Благовещенский собор известен своими святынями. Следует отметить, что в 1993 году в собор доставили мощи священно-мученика Александра. Они вместе с мощами святого Афанасия и святого Милетия вошли в список величайших святынь на Слобожанщине. Также важнейшими святынями храма являются Азерянская икона Божьей Матери и Харьковская Елецкая икона Божьей Матери. Сейчас же Благовещенский собор является одним из главных символов Харькова, а его история – подтверждение того, что на протяжении столетий духовная жизнь на Слобожанщине была хорошо развита. Всем большое спасибо за внимание. Всем мира, добра, здоровья, благополучия и всего самого доброго. До новых встреч, новых роликов.